Нам, например, не очень нравится суть импортозамещения. Мы говорим, что мы сделали систему, которая лучше импортных аналогов. Зато она еще и российской разработки. В Уфе впервые протестировали российскую технологию скрытого крепления внешней облицовки зданий. Скрытый монтаж – современный тренд в облицовке зданий, который позволяет воплотить в жизнь любую идею с минимальным швом между плитками. У нас 1 сентября вступило в силу постановление правительства 857, а 28 мая этого года по АГО, мы называем АГО, это обеспечение архитектурного облика объектов капитального строительства и требования к ним. Непосредственно здесь у нас одним из пунктов идет то, что на красных линиях объекты должны быть со скрытым креплением. Непосредственно эта система позволяет сделать скрытое крепление. Скрытое крепление от компании «Диад» опробовали уже на многих зданиях Москвы и Питера. Теперь компания выходит на рынок регионов, и первый в этом списке – Уфа. Это первый объект, поэтому сюда пригласили непосредственно системодержателей, разработчиков этой системы, чтобы они непосредственно нашим строителям, архитекторам, проектировщикам показали сам принцип работы, то, что это не страшно и это не так дорого. Скрытое крепление применяется в облицовке зданий уже много лет, но импортное. А теперь компания «Диад» сделала свою технологию монтажа скрытого крепления. Для отечественного крепления не нужно большой бригады и дорогостоящего оборудования. Все могут сделать два человека в небольшой мастерской. Сначала размечается плита, потом делаются пропилы в двух направлениях друг навстречу друга. Далее продуваются эти пропилы, заполняются химическим анкером. Ставится специальный дистанционный элемент паранитовый для того, чтобы обеспечить плоскостность установки краба и достаточную степень заложения его внутрь плиты, и ставятся заклепки. Система, разработанная компанией «Диад», имеет много преимуществ. Простота крепления, надежность, для работ не нужно специального оборудования, а работать можно даже с облицовочными материалами толщиной 8 мм. Но главным отличием является экономная эксплуатация. Мы разработали и запатентовали ремонтную технологию. То есть мы можем заменить любую плитку облицовки в любом месте фасада, не разбирая фасад в целом. Вот этого нет вообще ни у кого. Соответственно, мы считаем, что этим мы лучше. Раньше при поломке одной плиты приходилось демонтировать облицовку всей стены. Теперь же можно заменить только одну поврежденную плиту, где бы она ни находилась. Аналогов такой технологии, как заявляют разработчики, нет нигде в мире. Для наглядности простоты демонтажа на уфимской стройке даже разбили одну из установленных плит и заменили ее. На все работы ушло не более 20 минут. Технология кажется простой, но на ее разработку ушло больше 5 лет. В компании «Диад» поняли, что имеющиеся типы скрытого крепления несовершенны и начали создавать что-то новое. Особое внимание уделили надежности. На сегодняшний момент времени проведено больше 1400 испытаний на прочность. Произведено на сегодняшний момент времени уже 14 пожарных испытаний по ГОСТу 31251 с разными видами материалов. И на сегодняшний момент времени, неделю назад, как у нас прошли уже третье испытание на сейсме, с максимальными размерами конструкции облицовок до 9 баллов. То есть мы уверены в надежности своей системы. В облицовке будущего медицинского центра Мэгги в Уфе решили использовать крупноформатный керамогранит. Он полностью соответствует требованиям пожарной безопасности и наилучшим образом воплощает идею архитектора. На рынке давно созрела востребованность скрытого крепежа. Это большие массивные фасады с минимальным швом, с невидимым крепежом. И на сегодняшний день компания «Диад» представляет нам такое решение, которому мы искренне рады. И, соответственно, они поставляют свой продукт, мы свой. Клиент получает красивый фасад и созревает лицо города. Узнать больше о современных технологиях облицовки зданий и посмотреть, как должна выглядеть современная архитектура фасадов, вы можете, обратившись в Союз архитекторов и экспертный научный центр фасадного строительства Республики Башкортостан, а также на официальных сайтах компании «Диад» и «Керама Марацци».